بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – сотая сура Священного Корана, сура Аль-Адият. Итак, мы начинаем. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا. Переходим сразу на лям. «А» – ударение в размере двух огласовок. «Вал-а-ди-я-ти». Итого получается «Вал-а-ди-я-ти». Обращайте внимание, чтобы гортанный звук «айн» полноценно было произношено. Произношение «айна» очень важно, потому что при отсутствии правильного произношения, естественно, как и любое кораническое слово, будет сильно изменен смысл. «Вал-а-ди-я-ти дабиха дод». «Дабиха», «дабиха», «да», «б» – мягкий звук, но «калькаля» нужно применять полноценным образом. И потом получается «дабиха», «дабиха», «ха» – гортанный звук. При остановке танвин аннулируется и ударение в размере двух огласовок. Итого получается первый аят. «Валь-а-ди-я-ти дабиха». Второй аят. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. فَلْ, уходим на лунный звук. فَالْمُورِيَاتِ, مُورِيَاتِ, дамму, долготу, применяем по отношению к дамме, долготу в размере двух, естественно, огласовок. فَالْمُورِيَاتِ, то же самое, я, фатха, тянем удлинение. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. قَف, твердый звук, даль, мягкий звук, но она взрывная, взрывной звук с «калькалей», и поэтому применяем «калькаля». قَدْحَا, قَدْحَا, قَدْحَا. При остановке танвин фатха аннулируется и ударение в размере двух огласовок. Итого получается فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. Третий аят. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا. Уходим на сукун. فَالْمُغِيرَاتِ. مُغِي, вот кесру, мы применяем долготу естественного удлинения в размере двух огласовок. فَالْمُغِيرَاتِ. Итого получается فَالْمُغِيرَاتِ, 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 صُبِ, صَد, твердый звук, صُبِ, 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 حَ, حَ, мягкий звук, как и в предыдущих двух аятах, танвин аннулируется и удлинение в размере двух огласовок. فَالْمُغِيرَاتِ صُبِحَا. Четвертый аят. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا. فَأَثَرْنَ. Ра здесь твердо должно произноситься. فَأَثَرْنَ بِهِ, أَثَرْنَ بِهِ. Нужно обращать внимание, чтобы звук нун не перешло в естественное удлинение. فَأَثَرْنَ بِهِ. Вот это будет грубейшей ошибкой. فَأَثَرْنَ بِهِ. Вот здесь применяем удлинение в размере двух огласовок мацеля согра, слитные соединения, малое слитное соединение. Бихи. Обратите внимание. Бихи, хи, хи. Бихи. Фаасарна бихи. Фаасарна бихи. На. Бихи. На. Нака. Нун мягкая, каф твердая. Нужно обращать внимание, чтобы нун не перешло в твердый звук, потому что влияние звука каф, оно очень сильное, и поэтому нака, накаа, ошибка будет. Накаа. Как бы мягкий, твердый, мягкий. Накаа. Вот здесь. Накаа. Танвин аннулируется при остановке и размере двух огласовок удлинением. Удлинение применяем. Накаа. Итак. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا. نَقْعَا. Пятый аят. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا. فَوَسَطْ.
Одна из самых распространенных ошибок син, произношение звука син твердым фавасат. Почему? Потому что та твердый звук, она своим, как говорится, своими свойствами, сильными свойствами может влиять на предстоящий звук и перевести его в твердый. Чтобы такого не было, нужно медленно, спокойно каждому звуку отдать права, чтобы полноценное произношение было. Фавасат, фаваса, фаваса, фавасато, фавасато не, фавасат на тоже. Нужно обращать внимание. Мягкий, 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 твердый, мягкий. И поэтому вот это чередование мягкости и твердости звуков очень важно при произношении коранического текста, так как она очень сильно влияет на правильную передачу смысла и отсутствие, чтобы не было искажения чтения, которое передается от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. «Фавасату набихи бихи». Здесь, естественно, удлинение мацаля сугра, четкость «ха», «бихи», «бихи», «хи», «хи», «бихи», «джем», «джем», «а». При остановке аннулируется «тенвин», «фатха» и в размере двух огласовок. «Фавасатуна бихи джем'а». Шестой аят. «Инна л'инсана ли раббихи лакануд». «Инна». Удержание, назализация в размере двух огласовок. «Инналь». После назализации. Мы переходим спокойно на сукун лям. «Инналь инсана». Вот четкость произношения кесры. «Инналь инха». Мягкая иха. «Инналь инсана». В размере двух огласовок. «На». Также из распространенных ошибок отсутствие правильного и четкого произношения первой хамзы с огласовкой кесра. Инналь, инналь. А наоборот, нужно четко, не торопясь. Инналь инсана. Лиро. Лироббихи. Лироббихи. Удваиваем. Ба. Твердое произношение ра. Лироббихи в размере двух огласовок удлинение кесры, огласовки кесры. Лаканууд. Вот здесь у нас первое удлинение, которое мы должны выбрать. Это 2, 4 или 6. Ну, скажем так, мы выберем сегодня 2 в размере двух огласовок при остановке. Танвин аннулируется и переходит в калькаля. Правило калькаля, потому что буква даль относится к одному из пяти букв калькаля. Лаканууд, лаканууд, лаканууд. Седьмой аят. Ва иннаху, ва иннаху. Удержание в размере двух огласовок. Ху. Потом долгота в размере двух огласовок. Итого получается. Ва иннаху аля, аля. Вот здесь удлинение в размере двух огласовок. Аля. Нужно обращать внимание на правильное произношение айна. Аля, а. Нет. Аля, айн. Гортанный звук. Отталкиваемся от гортани. Аля. Далике. Долгота в размере двух огласовок. Далика, межзубный звук. Далика. Далика леша. 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 Гид. Так как мы выбрали здесь два, при мед арид ли сукун, при остановке, причинной остановке сукун, так как буква даль калькаля и долгота у нас кесры, два счета. Леша гид. Леша гид. Д. Ла шахид. Восьмой аят. Ва иннаху. Ва иннаху. Кесра. Четкое произношение. Нун в размере двух огласовок. Назализация. Ва иннаху. Долгота в размере двух огласовок. Лиху. Вот лиху. Вот одна из самых распространенных ошибок. Это замена буквы Ха звуком Ха. Лихубби. П.
Потому что легко это происходит. И поэтому нужно обращать внимание, чтобы ха ли хубби, ли ху, ли хуббиль после удвоения кесра, а после кесра мы уходим на лям. Ли хуббиль хайри, хайри, ха у нас твердый звук, остановка на я. Ри хайри ля, ля шадид, ля шадид. Здесь два, две огласовки, долгота в размере и сукун, так как мы уже в предыдущих аятах это уже применяли. «Ля шадид». Итого получается восьмой аят. «Ва иннаху ли хуббиль хайри ля шадид». Девятый аят. «Афа ла яаламу иза бу'сира ма фил кубур». «Афа ла». Афала, афала, твердое произношение здесь неприменяемо, недопустимо. Афала, все мягкие звуки. Афала. Вот здесь после ляма в размере двух огласовок ударение. Афала. Я-ляму. Вот здесь, обращайте внимание, я-ляму. Вот одна из самых таких грубых распространенных ошибок, это резкое остановление на гортанном звуке айн. Я-ляму. Она должна быть такой мягкой, скользящей остановкой. Я-ляму, я-ляму, я-ляму. Такое произношение недопустимо. Я-ляму и-за, я-ляму и-за. За в размере двух огласовок. Межзубный звук. За и-за. Бур, бур, си-ра. Бур, си-ра. Ра твердый, после айна звук са, бу-сира, то же самое, чтобы она не являлась вот, распространенной ошибкой, резкой такой, разрывающей, бу-сира, нет, бу-сира, ма, мягкий звук в размере двух огласовок, ма, филь, с огласовки кесра мы уходим на лям, «Филь-кубур», «Филь-кубур», «Каф» твердый, «Ба» при остановке аннулируется кесра, переходит на сукун, «Кубур», 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 в размере двух огласовок долгота, как мы уже с вами договорились. Итого получается девятый аят. «Афала я'ламу иза бу'сира ма фил-кубур». А если будем выбирать 4, получится «Афала я'ламу иза бу'сира ма фил-кубур». Десятый аят, обратите внимание. «Вахуссила». «Ха», после которой идет твердый свистящий звук «сад». «Хуссила». «Ваху», «ху», «хуссила». «Вахуссила». وَحُصِّلَ مَا в размере двух огласовок ударения مَا فِل مَا, прошу прощения, مَا فِسُّدُور, солнечный звук сад فِسُّدُور, уходим с огласовки кесра на сад فِسُّدُور. Естественное удлинение при слитном чтении всегда аннулируется, то есть фи это естественное удлинение в размере двух огласовок, но при слитном чтении она аннулируется, и мы с огласовки кесра переходим на сад. Фиссудур, фиссудур. Даль мягкий звук, который идет после твердого сад. И поэтому фиссуду, ду, фиссудур, фиссудур. А при остановке кесра, и мы так как выбрали две огласовки при причинной остановке сукуном, фиссудур, фиссудур. И последний аят в этой прекрасной суре. «Инна раб». Кесра, обращаем внимание на четкость произношения. «Инна». Назализация в размере двух огласовок. «Раб». «Инна раббахум». «Инна раббахум». Удваиваем «ба». Вот здесь у нас назализация в размере двух огласовок. На стыке слов. «Инна раббахум бихим». «Раббахум бихим». Вот здесь смыкание губ.
Раббахум бихим. Здесь четкое произношение. Ха, мим, остановка. Инна раббахум бихим яума идилла хабир. Яу, яу. Из распространенных ошибок это твердое произношение звука «я». «Я», «я», «яума», «яума». А должно быть «яуме», «я», «яуме». «Яуме идиль». Вот здесь мы применяем «идгам». Термин при встрече с звуком «лям». «Идгам биля гунна» без назализации. Без назализации. Итого получается «Яуме идилля хабир». «Яуме идилля хабир». При остановке аннулируется тануин, дамма на сукун в размере двух огласовок мы с вами сегодня выбрали. Итого получается «Инна раббахум бихим яуме идилля хабир». Обратите внимание, иншаллах, мы сейчас со всеми остановками будем применять полноценное чтение этих 11 аятов. بسم الله الرحمن الرحيم. Аннулирование два счета в размере двух огласовок. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Уважаемые зрители, на этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.